Всегда какое-то дело всегда было очень тяжело. И каким-то процессом должен предшествовать какое-то очень большое событие, которое не позволяет поступить по-другому, может быть, с какой-то стороны. Соответственно, вот революционные события, которые и дали толчок выезду за рубеж, они эти события как повлекли последующую возможность всем остальным, потому что уже было ехать к кому, был уже опыт тот, который создавался, и тот прецедент, который был создан предыдущими поколениями, он позволял давать ту оценку, что можно уехать, значит, жить там можно, можно себе найти применение. Уж тем более, когда выезжали талантливые люди, люди с богатым жизненным опытом или по профессиональным каким-то интересам, которые привлекали уже другие общества, другие страны, им было еще легче это сделать. Соответственно, исторические этапы, они в нашей стране как бы утвердили вот, или как бы закрепили эту мысль, что выезжать можно и оставаться там можно. Несмотря на то, что мировоззрение общества менялось, и последние как бы, волны миграции говорят уже о том, что если и была массовость, то она уже не по тем причинам и не с тем сознанием уезжало население. Старалось уже ехать уже за чем-то новым, за чем-то красивым, богатым, может быть, или удобным для себя. Если первые, как уже сказали, волны были политические, то остальные уже чисто экономические, считаю. Лично мое мнение.